состоялось открытие нового бизнес-центра в Саратове. На мероприятии присутствовал топ-менеджмент компании «Орифлейм». Новый бизнес-центр стал настоящим воплощением шведского стиля и технологичности. В Саратове компания представлена с 1998 года. За последнее время «Орифлейм России» открыла 7 новых бизнес-центров в таких городах, как Волгоград, Москва, Хабаровск, Нижний Новгород, Челябинск и Ростов-на-Дону. Сегодня распахнул двери новый бизнес-центр компании «Орифлейм» в Саратове. И очень приятно, что это произошло в год 20-летия прямых продаж компании «Орифлейм» в России. И буквально в следующем году мы празднуем 50-летие компании. Всегда приятно праздновать новоселье, хотя в Саратове мы представлены с 1998 года. Но новое время диктует свои возможности, и новый бизнес-центр – это воплощение шведского стиля и технологичности. «Орифлейм» – международная косметическая компания, основанная в 1967 году и на сегодняшний день представленная более чем в 60 странах мира. «Орифлейм» предлагает широкий спектр шведских, натуральных и инновационных косметических средств, распространяя их методом прямых продаж с помощью более чем 3 миллионов независимых консультантов, обеспечивающих годовой объем продаж около 1,5 миллиардов евро. «Орифлейм» предлагает бизнес-возможности для людей, которые хотят зарабатывать деньги и реализовывать свои мечты и амбиции. Согласно уникальной концепции «Make money today and fulfill your dreams tomorrow». Каждая женщина мечтает выглядеть хорошо, быть молодой и активной буквально до 120 лет. И потребность быть независимым в такое нестабильное время, как сейчас, эта возможность привлекает большое количество людей. И сегодня на просторах интернета много предложений бизнеса, но компания «Орифлейм» является надежным, этичным бизнес-партнером. Поэтому более 3 миллионов человек в мире выбрали компанию «Орифлейм». Основным принципом деятельности «Орифлейм» является уважение к людям и к природе, что отражено в социальной и экологической политике компании. «Орифлейм» поддерживает несколько благотворительных проектов по всему миру и является учредителем благотворительного фонда «Орифлейм». Компания представлена на NASDAQ, OMX, Nordic Exchange. В рамках торжественного открытия всех желающих пригласили на знакомство с инновационными продуктами комплексного ухода и участие в сессиях по уходу за лицом.